Всем привет, с вами Демон Сталкер и добро пожаловать в игровое шоу по игре The Sims 4. Эту игру я уже играю на протяжении много лет, еще с первых Симсов. А сейчас очень многое очень изменилось. Вот специально для Ютуба покажу, что музыка играет из игры, потому что без музыки вообще будет неинтересно играть. И кто меня будет смотреть, также и не услышит, что там за музыка играет. Это будет неинтересно, и никто не будет смотреть меня. Вот. Даже никакая посторонняя музыка у меня не играет. Я всегда играл. Я была Рагаба. Так. Да, конечно, можно посмотреть урок. Что-то изменилось. Ну. Это я, ладно, все знаю. Все, это я, ладно, в курсе. Так, начнем, конечно. Вот этого бородача. Я всегда играл одним персонажем, но сейчас решил. Решил завести целую семью. Как с нее начнется. Это молодой, взрослый, пожилой. Ну, начнем взрослого. Будет муж с женой и будет у них молодой сын. Я вчера думал, как бы назвать. Назову его барон. Необычно, да? И Адамс. Типа, та семейка Адамс, ну, конечно, не та. Барон Адамс. Походка по умолчанию. Так. Весельчак такой будет, ну, все нормально. Так, жизненная цель. Устроил в жизни, так, счастливый. Ну, отлично он будет, чтоб хорошо осталось наследственность. Так. Ха.
Это эмоции, да? Увлечение. Сейчас, секундочку. Просто надо было откашляться. Так. Курман. Ладно. А чё, пускай будет карьерист. Дружелюбный. Так. Появился, наверное, в каком-то доме дополнение, а чё, пускай останется. Лицо, ладно, тоже не буду менять. Так более посветлее сделаю. Там волосы. А чё? Такую оставим. Нет, обычно будет обычно. Так. Чем он бывший военный? Хм. Или не похоже на это, да? Или охотник? Да вообще не будем. Так, вообще он... Думба! Думба! Ну, такой где-то. Так, верхняя одежда. Выберем его обычный вид, да? Да, много чего прибавилось. Ну чё, маечка такая. Thank you.
Нет, мальчик, оставим. Да, татушки. Вот так. Так, вот это вообще ботинки как-то на женские похожи. Так, и аксессуары. Так, часы. Так, ну лучше черные. Вот это обычный его вид одеяния будет. Повседневная одежда, тебе костюм. Официальный. Чё? Ботинки. Чёрные надо. Так. А ещё... кольцо. Так, спортивный наряд. Можно такую.
Так. Больно длинный, немножко белый. И вот белые кеды, во. Вот так. Ночное белье. Может, в халатике. Будет это халат без тапочек. Зачем в тапочках ещё спать? Для праздников. Молчу. Джек такой. Черная борода. Синий, синий, прикольно. Давайте оставим синий. Так, купальный костюм. Дорна. Ну что, отлично. Так, а только вот это аксессуар. Или типа так, типа... Не, на военный не похоже. Какой-то... От крышечки, от банка. Так. Quimbo Reginu. Давайте. Ч
отец, супруг, сосед по комнате, брат, ну. Супруг. Тоже взрослый. Йозеф Гумал. Изольда тоже придумал имя необычное такое. А у нее чего? Что у нее может быть, ну? Популярно так. Вот. Она будет у нас заниматься клубом. Как некрасиво-то, а? Так. И семенил. Отлично. Отлично. Да ведь сегодня не будем. Так. Что у нас есть? Нет, детальным изменения не будем. Так, ух ты. Во. Класс. Просто, просто замечательно. Та-та. Интересный наряд. Вану, what's up?
Это как-то вот так. Да ладно. Когда с юбкой... Юбка не идет, ну. Юбка не идет, а вот это... Когда что-нибудь верхнее новенькое, на другое посмотрим. Детальные изменения, вот это детальные изменения. Ладно. Ну это более-менее. Так, дед. Так, это что у нас? Так, костюм теперь. Можно в полный рост. А что? У нас какой-то похоронный. Ooh.
Угу. Так, спортивные. Так, это все сделано, да? Так, спортивные. А, можно простой костюмчик. Вот, отлично. Ночное белье. Твой, да? Это так, для романтических. Ну вот. Так оставим. Так, для праздников. Может, есть ведьма. Так. Фея. Беру. Джабин. Запин. Торна, вот ей нравится. Тоже как будет пиратка. Скума. Самба. А сочки ты ей зачем? Может, что-нибудь другое есть? Оставим. Очки уберем. Так, официально. Какое-нибудь такое ожерелье. Нет, вот это интереснее. Так. Так, спортивное ничего. Тоже ничего. Просто браслет. Mm-hmm.
Вот это больше идет. Нет, это как-то выглядит. Ну, тем более. Думаю, вообще без всего оставить. Ну, спортивный здесь не видно. Это нет. Это так уже есть. А зачем мне? Тут еще на ногу одевается. Так, оставим. Добавить пришельца, это... Волкана, мипим. Интересно, Томас, отец, мать, все, прикольно. Так, так, так.
Ну вот у нас это есть. А, ростом душа выберу. Ой, надо было по умолчанию оставить. Хвостик. А что оставим? Вот такой. Угу. Так, молодой персонаж любит потусить. Ха-ха. Умение такое.
Менее здорово, чем папашка. Вот так оставим. Так, теперь официальный костюмчик. Вот. Ну что, нормально. Идеально. Да, он будет обычно спать. Ну, а будет отличаться от родителей. Тоже оставим. Так, а это что у нас?
Ну так, посмотрим. Все ли? Ага, вот, не убрал. Смотрю. Это не нужно. Зачем? Так. Что у нее на лице-то? Какая-то косметика, что ли? Так. Ну ладно, для праздника. Так, обычно, обычно без косметики. Ну так, у нас... У нас все. Сейчас... Заселим. Так. Вот новый город.
Две спальни, ага, 16 тысяч. А, сюда заселим. Конечно, мебель. Вот, создал семейку Адамс. Поставим на паузу и на этом серию закончим, потому что, наверное, уже много получилось, пока создавал. И в следующей серии продолжим уже играть и... У нас отец только будет работать, мать создаст свой клуб, а ребенок устроится в какой-нибудь там, будет танцевать там до упада. Интересно, у нас нет, у нас только один этаж. Здесь ребенок может поспать. Здесь родители. Нам стол купить надо будет. А то негде будет. Ну, это мы продолжим в следующий раз. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто новенький, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.